Это окраина макиевского поселка Объединенный. Дорогу здесь не ремонтировали несколько десятилетий. От асфальта давно остались одни воспоминания. Но, по словам местных жителей, ситуацию усугубляют машины, груженные углем и металлом. Проходная завода, куда направляются авто, находится в 10 метрах от жилого дома. Посельчане жалуются, угольная пыль стоит столбом, а шум не прекращается даже ночью. Говорят, не раз обращались к руководству предприятия и городским властям, но ответа никакого не последовало. Шум – это раз. Дребезжение в квартире – это два. Дом дает и посадку, во-первых, и постоянно его надо штукатурить, белить. Он черный, я его постоянно водой хожу, смываю. Люди утверждают, в сутки здесь проходит больше 40 длинномеров. Чтобы хоть как-то сохранить дорогу возле дворов, ее перегородили. Сейчас водители объезжают, но разворачиваются прямо перед частными домами. Когда по 50-60 машин в день проходит, это только в день, не считая ночи. И вот смог накрывает, вот это буквально весь квартал наш. И он стоит здесь часами, дышать практически нечем здесь. О том, что приедет съемочная группа, мы предупредили посельчан заранее. Узнали об этом и на проходной завода «Стройдеталь». С самого утра, говорят люди, рабочие вышли на улицы и убрали всю грязь. Но недалеко. Кучи угольной пыли мы обнаружили в нескольких метрах посадки. За разъяснениями обратились к руководству завода. По словам директора, все санитарные нормы соблюдены, мусор убирают. А ремонтировать дорогу не обязаны. Это собственность города. У нас есть договор с людьми, которые, с фирмами, которые у нас взвешиваются, которые у нас складируют уголь, переправляют его на электростанцию. Есть договора, есть аренда на законном основании. А что касается улицы, то извините, это не их территория. Это территория города, проезжая часть. Дороги действительно собственность города, вот только возить уголь по центральным улицам запрещено. А вес машины, перевозящей груз в жару, не должен превышать 24 тонны, говорят в ГАИ. С начала года за такие нарушения только в Макеевке оштрафовали больше 1000 водителей. И те транспортные средства, которые перемещаются у нас по центру города, мы их привлекаем к ответственности теми силами, которые мы имеем. Составляется административный протокол. Штрафная санкция от 255 гривен до 340. Транспортное средство отправляется в обратном направлении на объездную дорогу. Но из-за плохого качества объездных дорог водители предпочитают платить штрафы и ездить по центральным проспектам. О нарушениях предприниматели говорят и в санстанции. В данном случае не соблюдаются санитарные нормы. За подобные нарушения уже привлекли к ответственности руководителей нескольких предприятий. Санитарными нормами по содержанию угольных предприятий оговорено, что не допускается перевозка угля по дорогам, которые находятся в жилой застройке. К тому же машины, перевозящие уголь, должны быть тентованные. Пыль оказывает негативное воздействие на организм, констатируют врачи. Она приводит к проблемам дыхательных путей, увеличению аллергических заболеваний. В санстанции пообещали в ближайшее время займутся проблемой жителей поселка Объединенный. Если перевозчики нарушают правила, их накажут. Наталья Некрасова, Руслан Новиков, «Панорама».